Готовься, Аня, летом мой телегу зимой. Известная пословица актуальна для ремонта теплосетей, особенно когда большая часть из них нуждается в срочной реконструкции. Летом в Тобольске грядет масштабное обновление тепловой магистрали. На горной части капитально отремонтируют 21 участок. Энергетики заменят почти 4,5 километра сети. Срок их эксплуатации уже превысил 30 лет. Действительно, у нас будет больший объем раскопок. Мы приложим все силы к тому, чтобы максимально сжатые сроки и максимально не накладывая там совместно одни магистрали с другими, сделать так, чтобы город как можно меньше вставал в пробках из-за этих работ. Замена ветхих тепловых сетей – это программа администрации Тобольска и компании СОЭНК. Она рассчитана на 5 лет. Более 180 километров трубопровода составляют систему тепловых сетей. Их основная часть изношена на 80%. Работы будут проводить слаженно и синхронно. И синхронизировать их нужно в том числе и с периодом отключения, когда будет осуществляться опрессовка сетей и опрессовка магистральных сетей на ТЭЦ, и при этом обеспечить минимальное количество времени отсутствие ГВС у наших потребителей. На ремонт теплосетей запланировано почти 700 миллионов рублей. Треть этой суммы субсидии из бюджета города при финансовой поддержке губернатора Тюменской области. Подготовка завершена. Коммунальщики ждут окончания отопительного сезона, чтобы приступить к ремонту. Есть ремонты, которые мы должны провести и там 1 сентября, чтобы горячая вода была во всех домах. Я уверен, что жители с пониманием отнесутся к масштабной ремонтной кампании, поскольку от того, как мы подготовимся, будет зависеть надежность в предстоящие зимние периоды. Как результат, снижение аварийности и экономия при эксплуатации, где станут отключать воду во время летнего ремонта в ближайшее время, можно будет узнать на сайте компании СОЭНК. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, Тобольское время.